Друзья, привет! Меня зовут Максим Руденко, я работаю в компании LF Supersport, занимаюсь видео и диджитал продакшеном, и я хотел рассказать о своем одном из самых любимых заплывов, заплыве на открытой воде, на озере Орта. Вообще, моя плавательная история началась не так давно, я никогда в детстве не плавал, никогда в школе не занимался плаванием, в институте не занимался плаванием. И первый мой опыт плавания, он начался, он был 3 года назад. Это был левел 1 в школе плавания I Love Swimming. И тогда я прекрасно помню, как через месяц я проплыл свой первый финальный километр, и меня настолько захватила вся эта история, вся эта история с техникой, вся эта история с методикой Total Immersion, то, как у меня с нуля получилось всего за 12 занятий проплыть километр, что я понял, что это крутая штука, и зарегистрировался вообще на все заплывы, куда я только мог зарегистрироваться. И за эти 3 года я проплыл довольно много, я плавал на Босфоре, я плавал на озере Орта, я плавал на Селигере, переплывал через Волгу, участвовал в разных кубках чемпионов, еще много-много всего, но хочу рассказать я именно о Орте, почему? Потому что это солнечная Италия, это великолепный такой довольно домашний, уютный старт, когда ты приезжаешь и практически не чувствуешь каких-то экстремальных условий, ты находишься летом в Италии, ты плывешь в чистейшем озере и в итоге получаешь просто великолепную медаль на финише. И я правда рекомендую всем этот заплыв. Почему? Потому что вы получите просто незабываемые эмоции. Абсолютно точно это будет прекрасный опыт. И можно смело ехать всей семьей, можно спланировать свой отпуск и посетить еще несколько озер вокруг, как мы это сделали с женой в прошлом году. В общем, ребят, всем рекомендую заплыв на озере Орта, Ocean Man. Этим летом поехали вместе.